все по плану. Сегодня интенсивность была на тренировке достаточно высокая, поэтому ребята не успели замерзнуть. Будет очень много спаррингов. Сегодня, да, просматривали мальчика одного, пока на просмотре. Естественно, мы хотим подняться в турнирной таблице. Чем выше, тем лучше. Еще половина чемпионата еще впереди, поэтому все те проблемы, которые у нас есть, мы все знаем, все понимаем, но команда готовится, и я хочу просто-напросто пожелать нашим болельщикам, настоящим, которые болеют за эту команду, что мы все сделаем для того, чтобы им не было стыдно за наш клуб. Ну, посмотрите, в каких условиях мы тренируемся. Здесь очень хорошая база в Светлогорске. Мы здесь часто очень проводим время. Здесь очень хорошие условия.